Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Қайырлы күн, қайырлы күн, қымбатты достар. For those who need translation and interpretation, please do use devices provided for you. Thank you. Құрметті қонақтар, әріптестер, Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүшелігінің 25 жылдығына арналған маңызы ерекше. Осыдан дәл 25 жыл бұрын Қазақстан Біріккен ұлттар үлкен отбасының толық құқықты мүшесі болды. Бұл оқиға ішкі бағытта еліміздің дамуына қосымша серпін беріп, халықаралық қоғамдастықпен жақсы қарым-қатынастарды орнатуға үлес қосты. Бүгінгі кездесуімізге еліміз үшін сол заманғы өте маңызды оқиғаларға тікелей қатысқан тұлғалар қатысады. Олар дөңгелек үстелдің негізгі баяндамашылары ретінде сөз сөйлейді. Я бы хотел от имени всех присутствующих в этом зале, поприветствовать непосредственных участников и свидетелей тех волнительных и очень важных для нашей страны событий 25-летней давности. Я имею честь представить Ахмарал Хайдаровну Арстанбекову, министра иностранных дел, посол Арстанбекова, министра иностранных дел Казахстана в 1989-1991 годах, и она первый постоянный представитель нашей страны в Организации Объединенных Наций. Первый министр иностранных дел независимого Казахстана, сенатор, посол. Норимата Шимамура, глава представительства Организации Объединенных Наций в Казахстане, резидент координации Азии и Восточной Европе, госпожу Афшан Хан. Мы слушаем презентацию от имени регионального. С большим удовольствием я представляю уже нашего палаты Мажлис. Господин Маулен Сагатханович Ашимбаев. Опять-таки в лице госпожи Айтимовой и господина Ашимбаева, мне от сената и мажлиса, я хотел бы выразить глубокую благодарность
за их любезный загруженный график, их работы буквально в эти дни, можно сказать, даже часы, Тана следить за событиями предстоящих дней, касающихся дальнейшей демократии. Наша глубокая благодарность представителям дипломатического корпуса в Казахстане за участие в этом круглом столе. Ну и, конечно же, я не Назарбаева, поступило послание генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. В своем послании генеральный секретарь сердечно поздравляет народ Казахстана, президента Нурсултана Назарбаева с впечатляющими успехами в претворении в жизнь благородных принципов ООН и особо отмечает лидерство нашей страны в таких сферах, как ядерное разоружение, сохранение мира и безопасности и окружающей среды. Кроме того, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш, который, как вы помните, незадолго до официального вступления на свой новый высокий пост посетил Республику Казахстан, встретился с главой нашего государства, и он сегодня направил отдельное послание участникам данного мероприятия. И в этой связи разрешите дать слово резиденту-координатору ООН господину Шимомура для зачитывания послания. The Antonio Guterres has issued the message that he has asked me to deliver on his behalf. This message follows. It gives me pleasure to congratulate the people of Kazakhstan on the 25th anniversary of the country's membership in the United Nations. Kazakhstan also marks this notable occasion as a non-permanent member of the Security Council of the United Nations, an indication of the role the country can play regionally and internationally. I highly value the partnership between the United Nations and Kazakhstan. Kazakhstan voluntarily renounced the world's fourth largest nuclear arsenal to contribute to the... Приветствую намерение Казахстана за укрепление его сотрудничества с Афганистаном. Казахстан также предоставляет жизненно необходимую поддержку региональному центру ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии с его учреждения в 2007 году. И центр продолжает развивать региональное сотрудничество и справляться с вызовами, которые ни одна страна не может преодолеть в одиночку, такие как насильственный экстремизм, терроризм, торговля наркотиками, изменение климата и управление трансграничными водотоками. ООН будет продолжать надеяться на поддержку Казахстана в продвижении их совместных усилий навстречу мира и устойчивого развития. Позвольте мне поздравить вас с этим знаменательным событием. Спасибо. Uncertainty and renewed attempts at fragmentation that we all experience nowadays. The principle of unity is the central message. Most importantly, it rests on the strategic vision of President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan, whose foresight paved the way to the successful integration of Kazakhstan into the global family of nations, including the United Nations. Joining the Присоединение к ООН является историческим шагом для моей страны, для нашей страны, так же, как и для других новых независимых стран, представители которого представлены в ООН также. И признавая статус других стран, Казахстан наконец получил мировое признание, которое помогло нам передать видение нашего народа, президента нашего Казахстана, то есть где нужно принимать реальные меры. Как мы знаем, ООН с его принципом многостороннего сотрудничества, суверенного равенства является идеальной платформой для таких стран, как Казахстан, для ведения сбалансированной политики. Мы использовали, это было инициативой Казахстана по созданию СВМДА, который был воодушевлен искренней верой
которое отражено в Хартии и Уставе ООН в мире. И сегодня мы видим, как это все реализуется. Это было наше твердое убеждение помочь семье ООН по принятию и сегодня реализации цели устойчивого развития. Моя страна обращает большое внимание к сотрудничеству с ООН. Глава государства 11 раз посетил штаб-квартиру ООН, и Казахстан является участником более чем 100 договоров ООН и принимает у себя 19 разных агентств и органов ООН. В Алматы мы также предложили инициативу установить хаб ООН в Алматы. Мы подготавливаем большое здание, которое занимает площадь более 100 квадратных метров для программ ООН. И мы предлагаем ООН подумать об учреждении ООН, хаба ООН в Алматы для того, чтобы укрепить его присутствие ООН в этой части мира. И я сейчас говорю не только о Центральной Азии, мы говорим и об Евразии в целом, и это очень важно, так как это будет свяжущим звеном между евроатлантическими и евразийскими вопросами безопасности. Мы полагаемся на три столпа ООН: мир, безопасность, развитие и права человека. Я не буду занимать много времени и для того, рассказывая о нашем вкладе в укрепление этих столпов, вы все о них прекрасно знаете. Сегодня у нас есть прекрасная возможность. Я только вернулся из Женевы, участвовал в высокоуровневом сегменте на конференции по правам человека, и наша страна выступила с посланиями миру. И мы говорим о достижении мира, в частности сейчас достижении мира без ядерного оружия. До столетия ООН в 2045 году. И это было отражено в манифесте «Мир 21 век» президента Республики Казахстан в саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Инициативы Казахстана были включены в документы Рио. И сегодня, после Экспо 2017, мы приглашаем вас к участию, активному участию в Экспо. Особенности тех, кто достиг высоких достижений в развитии. Также хотелось бы кратко вам рассказать о теме мира. Я также очень рад проинформировать вас о том, что один из приоритетов в нашей стране в области прав человека – это расширение прав и возможностей женщин и права человека. Мы также заинтересованы в установлении диалога между странами и цивилизациями в этой области. Это для меня большая честь выразить нашу искреннюю благодарность страновой команде ООН за их усердную работу на местах и плодотворное сотрудничество с правительством, НПО и гражданским сообществом. Я также хочу высоко оценить команду ООН за их усилия в создании регионального хаба по госслужбе здесь, в Астане, за то, что они учредили агентство КАЗЕЙД. И с этой точки зрения у меня есть возможность благодарить членов парламента Казахстана за то, что они приняли эти инициативы. Также хочу поблагодарить вас за факт непостоянного членства Казахстана в Совбезе ООН. И еще раз, во второй раз,
выступая перед дипломатическим корпусом, хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, которую вы нам оказали, за ваше доверие Казахстану в том, что Казахстан сможет достичь успеха в этом поприще. И сейчас я хочу попросить всех участников, несмотря на формат круглого стола, который мы проводим, поделиться своим ценнейшим опытом о ваших воспоминаниях. Надеюсь, что мы... Чтобы Казахстан знали во всем мире, как народ, как государство свободолюбивое. 22-23 декабря 1991 года в Алматы было создано Содружество независимых государств. Все мы были заняты подготовкой и проведением его. После того, как закончилось это событие, мы взялись и президент поставил передо мной задачу, что будем делать. Я сказал, что мы должны вступить в Организацию Объединенных Наций, прежде всего, потому что пошел поток признания нашего суверенитета, нашей независимости многими странами мира. И вот оставалось где-то 10 дней до конца Нового года. Мы, небольшой коллектив Министерства иностранных дел, засучив рукава, взялись за подготовку документов для вступления в эту всемирную организацию. Ну, соответствующий есть, как говорится, список, реестр подготовки соответствующих документов. Это заявление, прежде всего, президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Затем, значит, ряд других документов, которые мы оформляли очень скоро, быстро на имя генерального секретаря ООН, Совет Безопасности и ряд других документов, которые были подготовлены и направлены в Нью-Йорк. В то время Ахмурал Хайдаровна была старшим советником при постоянном представительстве Российской Федерации в Нью-Йорке. И эти документы мы с помощью моих друзей Козырева, министра иностранных дел Российской Федерации, мы переслали эти документы в Нью-Йорк, потому что инфраструктуры как таковой не было, связи, так сказать, не было. Поэтому и на первых порах наши независимости опирались на такую помощь нашего соседа, доброго соседа, стратегического партнера Российскую Федерацию. Конечно, эта акция была необходима, нужна. Почему? Потому что нашему народу никогда не приходилось представлять свою страну в такой организации, как Организация Объединенных Наций. Впервые, когда я на одну из конференций приехал, мы еще не, так сказать, эмоции были довольно положительные. И вопросы безопасности и так далее, и так далее. И вот я бы хотел бы просто как предложение высказать, раз уж у нас круглый стол, мы как непосредственно...